Итак, давайте начнем с такой задачи, которую решил в третьем веке решил Эратосфен. Эратосфен — это тот самый, который придумал решето. Решето Эратосфена выделяет простые числа в натуральном ряду. Кассион же занимался таким вопросом, как выяснение радиуса Земли. То, что Земля круглая, на самом деле знали всегда. Ну, сказки про китов, там, черепах, это так, для... Ну, чтобы вот пришел там великий осветитель и сказал, до этого все были темные, Земля плоская. А я сейчас вам расскажу, да? На самом деле, конечно, люди это знают всегда, потому что, ну, корабль, вдали появляются паруса, а потом появляется корабль. Ну, что это такое? То, что Земля изгибается. Вот, но вот с радиусом был вопрос, потому что радиус настолько большой, что в древности не было понятно, как его померить. И вот что делает Эратосфен. Ну, давайте попробуем. Вот, давайте попробуем поспрашивать. Вот, забудьте все, что вы знаете, да? Вот у вас планета. Но вам доступны те или иные эксперименты. Вы можете по ней передвигаться. Что может вам помочь определить радиус Земли? Скала. Солнце. Можно смотреть скала? На океаны и смотреть, как корабль опускается. И что, и с ним как бы пытаться созвониться, ну, да? Вот он, ну, он насколько-то отплыл от берега на... Здесь да, да, да. Да, очень, очень хорошая идея. Высота мачты известная. Очень хорошая идея, да. Очень хорошая идея, что вы... А вот я, к этой идее я перейду дальше, что если вы вот смотрите откуда-то, например, с этого места, да, вот вы как бы, ну вот он постепенно, да, исчезает за горизонтом, вот когда мачта вот так вот уже вот она видна едва-едва, и вот она ушла. Это вопрос связан напрямую с видимостью вдаль, насколько далеко видно вдаль. Просто если вы можете взять, да, подзорную трубу и понять, насколько далеко видно вдаль, просто вот до сюда, да, вы смотрите, последняя точка, куда видно, где она реально находится. Измеряйте, и из этого можно вывести, какой радиус Земли. Мы сделаем наоборот. Мы сейчас не будем экспериментально измерять видимость. Мы радиус Земли измерим так, как измерил Эратосфен, а потом вернемся к задаче об измерении видимости. Уже зная радиус Земли, нам уже не нужно будет бегать и смотреть, а можно будет сразу с помощью формулы сказать, откуда, насколько далеко видно, например, с горы. Вот у вас здесь есть гора. Там есть гора. На Плещеевом озере есть гора. И мы на нее забрались и стали... Ну, Плещеево озеро видно, естественно, целиком, оно и так. Но в целом задача сразу ставится, вот насколько далеко. Ну, давайте расскажу про опыт Эратосфена. Он измерил это точно. Здесь вот очень большая будет погрешность, когда вот таким методом мерите. Он измерил с большой точностью. Значит, что он сделал? Он взял два города, которые находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии. Один город называется Асуан, и он находится на тропике. На тропике. Что такое тропик? Что такое тропик? Древние вполне понимали. Это первое место, в котором солнце бывает прямо над твоей головой. Вот прямо. Зените, да. Вот. А севернее уже не бывает. Прямо. Вот. И он, соответственно, исходил из этого города и из города Александрия, которая находится в 1000 километрах от Асуана. Ну, типа на север, там не совсем, но он все это учел. И вот, говорит, рассмотрим середину дня, ровно то время, когда в городе Асуан солнце прямо бьет, ну вот он сказал так, замеряем момент времени, ну то есть не замеряем, исходим из момента времени, в который дно глубокого колодца в Асуане освещено солнцем. То есть для того, чтобы понять точно, вот абсолютно точно, да, чтобы он взял вот этот показатель. И ровно в это время, синхронизировав часы, за несколько месяцев там, или за месяц до этого, да, договорился, что вот через столько-то времени в городе Александрия, вот ровно в этот момент он будет здесь, а его помощники будут здесь. И в этом городе он замеряет длину тени, которую отбрасывает вертикально стоящий человек.
И вот это, понимаете, да, какая гениальная идея, что раз Земля изогнута, да, Солнце-то бесконечно далеко, да, как они тогда, по крайней мере, им, наверное, было совершенно ясно, что Солнце настолько далеко, что как бы его расстояние до Земли никак не может повлиять, да, точно. То есть лучи параллельные, и вот получается картина, да, такая, что вот здесь возникает тень, а здесь, соответственно, Солнце вертикально. Но нужно тут немножко больше изогнуть, чтобы было, чтобы можно было увидеть пропорцию, которую здесь можно теперь сделать. То есть вот у меня параллельная, да, вот стоит человек вертикально в этой точке, вот. Ну или так, вот он стоит в этой точке, у него от него падает тень. Вот. И, соответственно, идем сюда. И очевидно, что эти два треугольника какие? Они не совсем равномерные, но они подобные. Они подобные. Ну и то, что вот это примерно равно вот этому, тоже как бы здесь уже явно большой сброс. Он говорит, ну хорошо, если они подобные, то отношение сторон-то одинаково. И знаете, что сказал его современник один? Он говорит, а почему? Ну как почему? Мы же учим этому детей в школе. Он говорит, ну это же треугольники, которые по размеру отличаются в миллион раз. Почему ты, Ротосфен, уверен, что для них тоже действует правило подобия? Мы же не видели никогда такого расхождения в размере, да? Представьте, какой интересный вопрос на самом деле был задан. То есть потом Лобачевский спустя 2000 лет будет мерить углы между звездами, потому что геометрия Лобачевского предусматривает, что это уже не будет работать. А при Ротосфене вполне естественно полагали, что на разнице в 7 миллионов тоже может и не будет работать. Кто его знает? Ну, и Ротосфен говорит, ну, давай считать, что будет. Вот. Ну вот, значит, гениальная догадка о том, что подобие продолжает работать на размерах в миллион раз, позволяет ему написать отношение, которое здесь высчитывается очень легко. Вот оно, 1/6. Соответственно, здесь тоже 1/6. А что здесь 1/6? Отношение расстояния между Асуаном и Александрией, которое прекрасно было известно, к радиусу Земли. Значит, 1/6 это отношение 1000 километров к радиусу Земли. Из чего по пропорциям мы сразу получаем, что радиус Земли равен 6000 километров. Очень точная оценка на тот момент. Сегодня мы знаем, что еще более точно является 6400. Ну а там уже как бы дальнейшие уточнения — это деликатесы для особо интересующихся. Вот. Почему мне так важно, что 6400, мы выясним чуть-чуть позже. Пока просто исходим из того, что у нас 6400. Кстати, я как-то проводил вот занятия. Не могу это забыть, все время рассказываю, это супер история. Я проводил занятия в одном селе, местности, где, в общем, математику как-то они чему-то знали, немножко хотя бы. Другие предметы, видимо, не велись или там плохо велись, потому что, значит, когда я спросил, чему равен радиус Земли, народ совершенно развел руками. А до этого с математикой проблем особых не было. То есть это было как бы... Там явно был хороший учитель математики. А вот, значит, география, видимо, не велась. И когда я 50 человек, школьников, спрашиваю, ну, какие у вас идеи хотя бы, чему он может быть равен? И раздается робкий голос. Ну, наверное, на километров 170. Вот, я говорю, нормально. Нормально. То есть я дважды облетел Землю на самолете и приземлился к вам. Значит, смотрите, возвращаемся к задаче, которую можно было бы использовать для вычисления радиуса Земли, но мы наоборот поступим, да? Мы теперь знаем радиус Земли, значит, решим эту задачу. А именно, забираюсь я на гору Александровскую, да? Или на любую другую высоту, которую назовем H, и будем измерять ее в километрах. И спросим себя, а насколько далеко видно? Ну и, соответственно, действительно, видно... По понятным причинам, да, до точки пересечения, как эта линия называется? Касательной, да. Касательной поверхности Земли. Я вырежу из Земли круг, проведу бритвой, вот так, разрежу Землю, да, и получится у меня круг. Поверхность Земли станет окружностью, как бы, да, ну, то есть, если я исхожу из
просто шар, то просто у меня на одном и том же расстоянии будет окружность такая, окружность горизонта. Ну а когда я вырежу, будет две точки горизонта, с той и с другой стороны. Ну одну из них возьмем и спросим, какое главное свойство у касательной? Пересекательная точка, верно? Перпендикулярно. Старшее поколение сразу отвечает на этот вопрос. Потому что старшее поколение еще учитель. Так что не забывается, да? Вот. Итак, перпендикулярно радиусу. То есть это радиус Земли. Так. Ну и чего нам не хватает для того, чтобы что-нибудь сделать? Еще одного радиуса. Вот там, где мы забрались, можно тоже пустить радиус. Но два радиуса, они что? Ну, встретятся. Они, конечно, встретятся, причем ровно в центре Земли. Царение Пифагора теперь. О, молодец, да, конечно. Назовем это О, это А, это Б. В этом треугольнике применим теорему Пифагора. Вот это расстояние нам надо найти, да? А это расстояние мы знаем. И это расстояние АО чего равно? Точно, да. R плюс H маленькое. R большое плюс H маленькое. То есть, в принципе, у нас тут все есть, кроме L, поэтому мы вполне можем уже найти L. Но для этого надо применить теорему Пифагора. Итак, теорема Пифагора гласит, что... Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Да. А здесь нарисовано ее доказательство. Нарисовано. Да, ну конечно, это самое красивое, самое без формул вообще. То есть два разных квадрата по-разному разрезаются. Вот. Ну, в общем, потом можно поизучать. Да, если что, друзья, эта книжка бесплатно скачивается с моего личного сайта. Так что, кому не достанется, ничего страшного, скачайте. Так. Ну что же, давайте напишем. Квадрат, да? Что такое квадрат для мелких? Кто здесь есть? Квадрат — это произведение двух одинаковых чисел. Ну, все знают, да? Так вот, по теореме Пифагора, соответственно, вот это должно быть... Да, и обозначается вот вместо r умножить на r, я пишу вот r квадрат. Так, и плюс l квадрат. Вот у меня такая формула. Ну и еще есть способ вот это вот раскрыть, да, здесь скобки. Ну и опять же, кто помнит... R квадрат плюс 2HR плюс H квадрат. Да. Итак, получается, что сумма квадратов двух катетов... R уходит. Да, R квадрат уходит, потому что он слишком большой. Все. Да, у нас получается, что L квадрат равно вот этому. Но даже еще не все. Дело в том, что дальше мы должны... Вот до этого мы были математиками, но... Сейчас мы должны стать физиками. Чем отличается математика от физики? Математик преобразует формулы только точно, 100%. Вот если прибавили к обоим частям 300, можно отнять. Вот, равенство сохранится, да? А для физика допустим вот такой вот прием. И вместо равенства здесь написано приближенное. Почему? Потому что H... В квадрате неисчислимо меньше, чем 2RH. У нас в случае H в квадрате у нас высота, на которую я поднялся, умножается на нее же саму. А в случае 2RH высота, на которую я поднялся, умножается на диаметр планеты Земля. Вот. Ну и понятно, отношение этих двух величин получается равно отношению высоты, на которую я поднялся, к диаметру Земли. И это будет один... 1 к 1000 даже в том случае, если я лечу на самолете. Вот даже в этом случае. Если я лечу на самолете, я лечу на высоте 12 километров, а диаметр Земли 12800. То есть даже в этом случае несоизмеримо. А уж тем более, там, если я куда-нибудь на крышу поднялся или на гору. То есть это вполне можно вот эту формулу из нее исходить. И теперь осталось только извлечь квадратный корень. Да? Если квадрат чего-то равен чему-то, то само что-то равно корню из чего-то. Да? Ну и я предпочитаю написать вот так, потому что R мне известно. И вот теперь становится, наверное, понятно, почему я округлил именно к 6400. Да, да, потому что вот
Добрый Господь Бог создал радиус Земли таким, чтобы из него квадратный корень на целое сделался. Поэтому здесь 80 корней из 2. И осталось только применять эту формулу к любой высоте, которую только пожелаете. Александровская гора сколько метров? Над, ну, над поверхностью. Вот, 70. Ну это много, да. Ну хорошо, давайте, пусть будет 70. Если будет 70, то в километрах это 0,07 умножить на 2, 0,14. Давайте прибавим еще и 80, тогда здесь будет 0,16, и корень извлечется, опять же, хорошо, да. Получится 0,4. 80 умножить на 0,4, это 32 километра. Если мы дали лиху, и там не 70, а, например, 50 метров, то будет несколько меньше. 25, например, километров будет меньше. Ну, то есть, идея такая, что вот на горку, на которую вы там непринужденно и легко сбегаете за минутку, вы уже с этой горки видите на 25-30 километров дальше. А с человеческого роста на сколько? Ну, я какой рост, да? Пусть 2 будет. 2 метра? Значит, какие-то корни там иррациональность. Ну, тут как бы... Да, ну... Что это такое? Сколько это будет корень, да? Корень из чего фактически? Из 40, да? 30... То есть 40 где-то 6, да? Ну, то есть... 0,06, наверное, да, примерно, ну, с чем-то. 0,06 умножаем на 80, это 0,6 на 8, 6,8, 4,8. Ну, короче, 5, чуть меньше 5 километров. С нормального роста человека, наверное, все-таки на 4 километра. Чтобы на уровне 2 километров еще и глаза были, это надо вообще быть баскетболистом. Ну, в общем, нормальный человек видит на 4 километра, ребенок на 3. Дылда какой-нибудь на 4,5. Ну, я, наверное, на 4,5. Вот. Так, а самолета, например, хороший вопрос. Самолета, да? Давайте, вот иногда бывает 12 с небольшим, я бы довел до уже такого совершенного предела самолетной высоты, 12,5. Я все время летаю, там, много десятков раз в год. И он всегда объявляет, на какой высоте он летит. Ну и вот время от времени бывают случаи, когда 12 километров. Ну вот давайте самый предел, да? 12,5. Тогда корень извлекается из чего? 25. Да, так, это нарочно я, конечно. Корень из 25 равен 5. 5 на 80. 400, вы подумайте только, да? Самолета видно вдаль на 400 километров. На 400 километров. Если вы летите из Москвы в Петербург, и он решит устроить шоу, он развернется боком, и те, кто слева видят Москву, те, кто справа видят Питер. А если вы летите над... Да, Балагоя, Балагоя, да, Балагоя где-то, он берет и говорит, а сейчас, дорогие пассажиры, для вас шоу! Вы будете видеть и Питер, и Москву одновременно! Разворот. Ну, понятно, что он вряд ли будет разворачиваться, поэтому... Я один раз летел, и он развернулся, и Москву я увидел, а Питер не увидел, потому что... В Питере дожди, потому что... Потому что почему он развернулся? Не просто же так. Погода. Да, он ехал прямо на грозовую тучу. А он один бок вверх поднял. Но через грозовую тучу я, конечно, никакой Питер не видел. То есть там солнце, там круто, и такая встает страшная перед нами эта вот громада. Знаете, как вот, ну, гроза, там, как выглядит гроза наверху. Ну и он говорит, дорогие пассажиры, мы вынуждены облететь то, что перед нами. Разворачивается, я вижу Москву. А Питер не вижу, потому что вот эта туча, да? Вот. Да, но я видел однажды Каспийское и Черное одновременно. Было это так. 9 января 2011 года. Впервые после войны был запущен первый рейс Тбилиси-Москва, прямой. Запустила его компания
S7, а я как раз, у меня серебряные именно в ней, поэтому я, значит, то самое, я именно этим рейсом я напрямую летел из Тбилиси, и, ну, понятно, я все это уже, эти все сюжетики у меня были в голове, я знал, что я должен, по идее, увидеть оба моря, потому что расстояние между ними 700, ну, на пределе, но видно, то есть весь Кавказский хребет, а мы как раз пересекали посередине, прямо вот ровно-ровно, вот тут вот, тут Эльбрус, тут Казбек, вот. Но очень сильно трясло. Ужасно. То есть так, что нас всех приковали этими ремнями. Но другого шанса-то не будет никогда, да? Вот, поэтому я отковал этот ремень и, значит, побежал смотреть на Черное море. Потом перебежал на Каспийское. «Молодой человек, сядьте немедленно на место!» — кричит, значит. Я говорю, подождите, я в своей жизни больше никогда, наверное, не увижу Каспийское и Черное одновременно. Вот, ну и, значит... Вот. Так, давайте еще один сюжет. Такой. Вот нас здесь сколько, интересно. Все, кто слушаете, подходите сюда. Сейчас будет эксперимент над всей аудиторией. Так. У человека 40 есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37. 8, да, 39, 40, 49, 42, молодец. Очень точно этот самый, был занят. Как вы думаете, будет ли в этой аудитории совпадение дней рождения? Прямо вот число в месяц. Ну да. Нет. Это вероятность? Кто считает, что да? Не забыл. Кто считает, что нет? Так. Кто полагает, ты готов? Вот давайте сейчас поставим, да? Поставим на какие-то вот... Так, кто, значит, давайте, вот ноль совпадений, одно, два, три совпадения. Кто ставит на ноль совпадений? Поднимите еще раз руки. Так, ага, ну тут очень много народу. Так, кто ставит на одно совпадение? Я, ровно одно. Поднимите руки. Так, тоже довольно много народу. Кто ставит на два совпадения? Один, два... Три, четыре, да, четыре человека. Все запомнили, кто поставил честно, да, честно, кто поставил на два. Да, кто поставил на три совпадения? Кто готов? На больше тоже, да, никто не готов? Хорошо. Теперь внимание. Теперь внимание. Если сейчас окажется больше, чем один совпадений, то все четыре книги... будут распределены. А, три, потому что больше уже одна есть. А, хорошо, вот, значит, сейчас смотрите. Я ставлю на то, что их больше двух. Я ставлю против всей аудитории. Понятно, да? Я могу проиграть. У меня был случай. Я знаю просто вероятности здесь, понятно, что это нечестная игра. Вот, значит, у меня был чудовищный случай. Значит, я пришел в аудиторию, где было ровно 42 человека, как и сейчас. Это была школа Русгидро на Саяно-Шушенской ГЭС. Я с умным видом гуру встал и сказал... Три не будет. Нет, я так посмотрел на них и говорил... Здесь есть люди, родившиеся в один день. И проиграл. Как это может быть? Я потом честно посчитал вероятность уже дома. Для 42 человек она меньше 3%. Здесь, значит, на самом деле всегда происходит снос вниз. Всегда, кроме вот того единственного случая. То есть, вероятности здесь устроены так, что вот это вот сильно больше половины. Я почти уверен на данный момент, что люди вот эти книги получат, кто поднял руку на два. Я думаю, что даже больше получилось. 50 с лишним будет, вот начиная отсюда. Но здесь я могу и проиграть вполне. Посмотрим. Итак, поднимите руку, кто родился в январе. В январе? Какого числа? 28. Пока в вашу пользу. В январе 0. Так, поднимите руку, кто родился в феврале. Какого числа? 26. 16.
Снова в вашу пользу было 15 и 16. Вот там вот в той аудитории, где я проиграл, там было 7 соседних дат. 7. Понимаете, да? Ну и понятно, так просто сложилось. Так, март. Мартовские поднимайте. Мартовские. Два, да? Два мартовских. Два мартовских. Какого числа? 31-е. 13-е, 31-е, круто. Нет, 12-е. 12-е. Да, очень может быть, что книги могут выглядеть как-то иначе. Так, апрель. Ну, подождите, еще много. Вот смотрите, апрель 6 человек. Ну-ка. 26. 5. 4. 3. Так, первое совпадение в апреле, 3 апреля. Так, 0 ушел, апрель равен 1. Так, май! Кто не мается? Нет дней рождения в мае на 42 человека. Это, кстати, тоже очень маленькая. Это повышает вероятность. Не очень большая, да? Да, кстати, да, это, во-первых, повышает вероятность. Значит так, с какой вероятностью 42 человека... И никто не родился в мае. Ну-ка давайте решим быстренько задачу, какую-то она попалась. С какой вероятностью не родился? С какой вероятностью данный конкретный человек не родился в мае? Кто мне скажет? 1-12-42. 11-12, правильно? И друг на друга 42 раза. Правильно, нужно возвести в 42-ю степень. Ну, как-то вот, наверное, непонятно, как это делать. Давайте я вас научу. Есть такое число Е, знаете, Е? Да. Вот какое оно может иметь к этому отношение? А вот имеет. Вот смотрите. Дело в том, что 1 минус 1 двенадцатая в 12 степени это 1 разделить на Е с очень большой точностью. Это я вас учу, как очень быстро вычислять вероятности вот такого вида. А остается возвести в какую? Ну, в 3,5 где-то, да? Сколько там? 36, ну да, по сути, это просто 3,5. Вот, то есть надо взять 1 делить на Е в степени 3,5. Ну, давайте, значит, исходить из того, что Е в кубе равно 20. Знаете, что Е в кубе равно 20 примерно? Ну, не точно, но очень большой точности. 0,02 разница. Ну и, соответственно, здесь стоит 20 умножить на корень из Е. Корень из Е, это, соответственно, у нас... сколько получается корень из Е? 1,6, да? Примерно 1,6, 1,7. Значит, домножаем 20 на 1,6, это 32. 1/32. Посчитали. То есть сейчас уже реализовалась странная ситуация. Да. Вообще, конечно, редко бывает, чтобы вот так вот 40 человек сидит, и никто в мае не родился. Но так как в мае в таких 12, то там уже появляются там, ну, возможности. Хорошо, значит, соответственно, май мы по естественным причинам... Ой, я стер ставки, но ничего, мы помним, что было. Май равен нулю просто вообще, совсем нулю. Июнь, поднимаем руки, июньские. Трое, да, всего? Трое. Какого числа? 18/4. Июнь равен нулю. Так. Июнь, так, теперь июль, поднимаем руки, июльские. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7! Ну, сейчас соберем урожай. 18. 10. 10. 24. 12. 12. 20. 20. 9. 9. 23. Не собрали. Так. 7 человек в июле без совпадений. Я сейчас вам покажу, какая это вероятность. Ну, в общем, да, идет к тому, что у нас очень странные ситуации здесь. Так, давайте посчитаем вероятность того, что 7 человек в июле без совпадений. Как мы это будем делать? Заодно вы потом поймете, как мы будем считать общую, ну, как, вероятность того, что совпадений нет. Значит, итак, берем первого человека, но он родился в какой-то июльский день. С какой вероятностью следующий человек, которого мы взяли, не родится в тот же день? Единица минус 1/31. Да, 1 минус 1/31, да, в июле 31. Так, это двое. Приглашаем третьего. С какой вероятностью он не попал ни в одну из двух дат? Произведение вот этих двух. Только теперь уже 2/31, извините, потому что мне нужно, чтобы он не попал ни в одну, ни в другую. Так, это третий.
Так, четвертый. 3 31-х, да? Да. Потом 4 31-х. Это пятый. Шестой. И седьмой. Вот. Но здесь тоже надо научить, наверное, как такие вещи быстро считать. Сильно быстро. В данном случае сильно быстро все-таки не получится. Потому что значит, первое приближение заключается в том, что вы пишете 1 минус 1 31, минус 2 31, минус 3 31, минус 4 31, минус 5 31, минус 6 31. А почему это первое приближение? Потому что я раскрыл скобки. Вначале пошли, вначале пошла единица, потом слагаемое, где из всех скобок взята единица, а из последней взята не единица. И они дают сумму. А что пойдет дальше? Дальше пойдут парные. Например, 1 умножить на 2 31 умножить на 1 на 1 на 5 31 еще раз на 1. Но смотрите, 2 5 делить на 31 в квадрате. 31 в квадрате — это все-таки уже 1000. А здесь какие-то небольшие величины. Да, и очень мало. Ну, в принципе, как мало? На самом деле, эти слагаемые порядка 1/100, все, да? И так как их довольно много, то они что-то накапливают. Ну, давайте попробуем считать, что каждый из них 1/100. Сколько таких слагаемых? Нет. А мне нужно взять 2. 2. 2. У меня есть 6 скобок, и мне нужно выбрать... всеми возможными способами 2 скобки из 6. Вот сколько способов выбрать 2 элемента из 6. Вот у меня есть 6 как бы ребят. Вот считайте, что я 2 скобки беру, чтобы они дежурили. Это такие люди, да? И вот эти будут дежурить. 6 сочетаний. С из 6 по 2. 6 × 5 пополам. То есть я первого любым способом беру, второго любым из оставшихся 5 и пополам, потому что я порядок могу поменять. Вот, то есть это 15, и поэтому накапливается плюс, ну, примерно 0,15. Это уже, в принципе, неплохая, она накопилась, она вся в плюс. А вот дальше ничего учитывать точно не надо, потому что тройные включают 31 тысячу в знаменателе. 30 тысяч примерно. 31 в кубе — это примерно 30 тысяч. 30 тысяч уже убивает все, там все, что там может быть. Это в районе какой-нибудь сотни идет. Ну и еще там несколько сотен. В общем, там добавка уже 1/100. Никак не может. Все остальное очень мало, да. То есть вот это вот уже с точностью до 1/100 равно тому, что мы считаем. Вот такая еще заодно. Сейчас с этими дурацкими компьютерами и прочими приборами люди разучились полностью быстро оценивать руками. А на самом деле это часто, ну, это, во-первых, нужно, во-вторых, это ум тренирует очень хорошо. Вот зато научились ставить задачи. Ставить задачи я не был бы так оптимистичен насчет научились. По-моему, разучились и не научились, в общем, ничему. Но нажимать кнопку научились. Попасть в букву А. Да, букву А. А потом, кстати, извините за Т9. Вот чему научились. Так, ну и что у нас получается? Смотрите, сумма вот этих — это сколько? Это 21, да? То есть 1 минус 1, 21, минус 21, 31, это 10, 31. Ну и еще 15, это, значит, 0,15, это 5, 31, да? Ну вообще, в принципе, не так уж мало получается, половина. А я думал, будет мало. Ошибся. Ничего страшного, что в июле 7 человек, и никто не попал. Это половина. Это всего лишь половина, то есть не так уж и мало. Но следующий добавил бы уже 1 минус 7 31, это уже сильно вниз. Так, продолжим, однако. У нас идет август. Август — это апрель, это август, август. Поднимите руку, августовские. Так, 5, да, нас? 17, 22, 23, 11, 7, опять пиво. Да, сентябрь. 1, да? Можно не спрашивать, но все-таки какое? 23. Так. Октябрь трое, да? Трое. Поехали. 9. Ну, я знаю, да. 9. Так. 6. 6. 27. 27. Мимо. Так. 0. Ноябрь. Поднимите руку, ноябрьские.
Так. 4, да? 5. 20, 3, 6, 14, 10, опять. Да, книжки почти точно уже будут. У нас случилась, да, довольно интересная ситуация. За сильно меньше 50%, что всего одно. Но, тем не менее, декабрь. Два человека? 13. Все. Так, значит, победили те, у кого, кто ставили на одно совпадение. Да, ну давайте еще раз поднимите руку, посмотрим, сколько вас. Так, давайте начнем с... значит, девочек, кто школьницы, поставившие на эту дату, на одно совпадение. Раз и два, да? Так, вам по книге. Так. И подпишу, потом подойдите, подпишу. Потом подпишу. Вот. И дальше. Так, теперь... А вот еще мне тоже девушка шла, да? Тоже? Тоже? Все тогда. Все разыграли. Школьницы, которые поставили, да? Ну, ребята, извините, кто поставил из ребят, скачайте. Ничего страшного. Взрослые тоже, сами понимаете, приоритет здесь. Вот. Так, ну хорошо, вот такая задача. Ну давайте ее, тем не менее, теперь решим. До скольки будет у меня время? Еще немножко есть, да? Есть, конечно. Так... Давайте поставим такую задачу. Вот сколько нас должно быть, чтобы вероятность того, что совпадает хотя бы две даты, оказалась больше, чем половина. Или иными словами, о, как стало тепло, солнце. Или наоборот, вот нужно поставить вопрос так. Вероятность того, что нет ни одного совпадения, а будет уже меньше 1/2. Ну вот, я хочу узнать, начиная с какого размера аудитории скорее надо ставить на наличие совпадения, чем на его отсутствие. Ну и мы уже, в принципе, понимаем, как решать. Первого пригласили, он когда-то родился. Второго пригласили, он родился с вероятностью 1-1/365 в другой день. Ну, будем считать, что 365, а не 366 дней в году моей... огромные кусовки знакомых, там 2 или 3 человека родилось 29 февраля. Я помню беседу с одним из них. Значит, жизнь устроена так. Каждые 4 года происходит такое великое празднование настоящего дня рождения. Такое вот, ну прям вообще, да? А остальные 3 года происходит такое, ну вот, ночная посиделка, вот, ну как бы родился, но незаметно. Но более математически как бы... и астрономически грамотные, они говорят так, что через год надо будет встречать его 1 марта, да, потом, то есть каждый раз 6 часов надо отнимать, вот, и куда попадает, там и праздновать, на 1 марта, потом на 28 февраля будет попадать, и потом, соответственно, будет 29 уже настоящий, вот. Итак, следующего зовем, и у него 1-2/365 вероятность того, что не совпал ни с первым, ни со вторым. Потом, значит, все это продолжается до какого-то, ну, n-ного, да? Ну, вот мы помним, что всего их тогда n+1, потому что первый когда-то дородился, да? То есть мы начинаем домножать, начиная со второго. И вот если n+1 человек... аудитории, то вот такая получается формула вероятности того, что совпадений нет. Ну и, как мы уже договорились, это примерно равно 1-1/365, -2/365, минус так далее, минус n/365. А дальше идут слагаемые, которые в знаменателе содержат 365 в квадрате, то есть 100 тысяч. И... в принципе, уже даже следующая порция слагаемых при не очень больших n, это очень маленькое число. Но когда n подрастает, то ситуация начинает меняться, потому что уже c из n по 2 вот этих вот слагаемых, каждый из которых там может быть порядка
100 с лишним делить на 100 тысяч, то есть 1 тысячный. Но когда CSN под делить на 1, ну, делить на 1000 уже становится большим, уже нельзя применять эту формулу, уже надо еще учесть вот этот момент. А так как мы n не знаем, то возникает вопрос, а что тогда делать, да? То есть мы как бы по этой формуле можем оценить при малых n, но мы не знаем, какое наше настоящее n. И вообще говоря, вначале, если не следующему человеку вы задаете вопрос, сколько должно быть человека в аудитории, чтобы совпадение дней рождения было, обычно человек говорит, ну, человек 60, наверное, или 70, да? То есть обычно он называет такие n, при которых эта формула уже никак не может быть приближенно верна. Но давайте пока исходить из нее. Тогда мы получаем, что это 1 минус, ну, сумма подряд идущих, это n на n минус 1 пополам, ну, приблизительно n квадрат пополам просто, да. И вот делить на 365. Вот, и, соответственно, вот это вот должно быть примерно равно 1 второй. Ну, то есть, соответственно, что у нас получается? N, значит, n, у нас n квадрат пополам. Делить, да, на 365 равно 1 второй, то есть n квадрат, ну, примерно равно 365, да? Ну, то есть n это примерно 19, говорит нам эта формула. Но если вы посчитаете с уточнением, или просто возьмете калькулятор и все тупо перемножите, то возникнет число 22. Да, то есть отличие не очень большое. То есть ответ следующий. Если футболисты вышли на поле и начинают матч, то еще все-таки чуть-чуть меньше, чем 1 вторая вероятность того, что будет совпадение. Но когда вышел судья, уже стало больше. Вот 22 еще меньше, 23 уже немножко больше. Вот, то есть на любом футбольном матче у футболистов обоих команд и судьи, у всех уже вот этих 23 человек, скорее будет... шанс, что совпадение есть. То есть, если вы возьмете 500 футбольных матчей, примерно 260 из них, например, будут с совпадением, я же говорю. А 240. Так, но я хочу еще немножко астрономии. Вы готовы? Да. Мы уже поняли, какой радиус Земли. Мы поняли, какая видимость вдаль. Мы много чего поняли. Теперь вопрос. Солнце, да? Да. Теперь вопрос такой. Солнце плавает. Вон солнце, да? Да. Сейчас мы через одно действие мы попробуем померить расстояние. Но пока замахнемся на Луну. Луну, кстати, я утром видел. Болтал. Была такая половиночка, помните, да? Вот. Давайте вычислим расстояние до Луны. Мы ничего не знаем. Мы первобытные. Вот, допустим, смотрите, вот эта картина, возможно, после Третьей мировой, да? То есть, как бы, города разрушены, Переславль стоит, здесь, значит, ковчег. Ну, будет выглядеть, вот все такие небольшие города, да, такие будут ковчегами, да? Там будет, в каждом таком городе будет быстро собираться какая-то жизнь, быстро организовываться, да? Ну, а давайте не будем о грустном, да? Вот вы просто все забыли. И вот у вас Луна, и как мне измерить расстояние до этой Луны? Исходя из каких, может быть, явлений природы, например, мы могли бы это попробовать сделать. Отливы, отливы. Это все действительно связанные с Луной вещи. Визуальный размер. Так, первый важный момент – это визуальный размер. Ну, визуальный размер мы померим. Главой размер, да? Возьмем там и померим. Отложим ее там 100 раз и измерим градус. Да? Ну, в общем, 1/3, по-моему, градуса ее угловой размер. То есть мы вот этот угол мы знаем. Он примерно такой же, кстати, как у Солнца. Вот. Но этого мало, потому что, ну, вот Луна, например, а вот Солнце, да, они очень далеко друг от друга, а угол один и тот же, значит, они очень разные по размеру. То есть нам чего-то немножко еще не хватает, еще чего-то надо. Кроме углового размера, кроме визуальной составляющей, которую мы можем считать сразу. Нам нужно что-то еще, за что-то зацепиться. А? Фазы Луны нам дадут информацию о том, сколько времени она вокруг нас вращается. И это, кстати, очень важно, тоже будет в одном из методов. Мы должны исходить из того, что примерно за месяц она оборачивается. Ну, еще, мало еще, пока мало. Нам что-то еще надо знать. Вот что-то, что... Ну, давайте я подскажу, наверное, да, немножко подскажу. Нам нужно знать что-то, что каждый день не увидишь.
Нужен какой-то угол относительно горизонта, что-то такое. Ну, считай. Затмение. Я, кстати, обнаружил еще одну книгу и вспомнил, что, может быть, на единицу ставил кто-нибудь из школьников уже мужского пола, если он один, например, окажется, то мы ее... Вот. Один. Все, держи. А то я смотрю, книга лежит, что она будет лежать. Так. Итак. Затмение. А какое? Затмение бывает два. Я бывают разные. Солнечное, да? Или лунное все-таки? Лунное. Нет, лунное мы не сможем наблюдать. Наверное. Наверное, солнечное. Правильный ответ такой. И то, и другое достаточно. То есть методы будут совершенно разные, но использовать можно и то, и другое. Давайте начнем с солнечного. Солнечное затмение. Это ситуация, когда на... Но мы вместе с Луной вращаемся вокруг Солнца, поэтому в этом смысле можно не считать, что есть какая-то скорость, вот это 30 км в секунду вращения вокруг Солнца, но мы пока не знаем, что это в секунду, но вот, так как мы вместе с Луной. То есть солнечное затмение, это когда, ну вот в такой неинерциальной системе координат, в которой мы с Луной как бы стоим, да, Луна, двигаясь сюда, закрывает нам полностью солнечный свет. А что тогда мы должны померить? Время, начало и конец, да? Но дело в том, что это... Так, это поможет нам или нет время и конец? Интересно. Начало и конец. Да, в принципе, может помочь. Нет, не может. Она опять на угол. Это опять только информация про угол. Что-то еще? Какое-то расстояние или размер истинный чего-то там. Да, вот без этого никак. Никак. Вот что? Вот смотрите, вот она наплывает. Вот что мы на Земле видим? Размер тени. Тень! Размер. Ну, размер мы не сможем так, на глаз. Тень. Ну, в общем, скорость. Скорость. С которой тень на нас наезжает. Мои друзья 1 августа, начало и конец нам дадут только то, насколько быстро пройдет сама Луна по небу мимо этого самого. Ну, то есть, с какой скоростью она минует свой угловой размер. Можем ли мы это... А может и можем. Может и правда можно именно это использовать. То есть, за сколько вот этот угловой размер, за сколько он пройдет... Надо додумать эту мысль. Но по скорости тени точно. Потому что, смотрите, если я нахожусь на горе, у меня друзья ездили на Алтай в этот день, 1 августа 2008 года было полное, 100% солнечное затмение в Новосибирске, на Алтае и на север по Васюганским болотам. Ну, в общем, из реальных, ну, из огромных городов, это на самом деле последнее, наверное, было затмение, которое было в миллионном городе. Прям во всем. Вот, ну и на Алтай. Ну, поехали на Алтай, забрались на гору и смотрели, как черная страшная тень просто движется на них с ошеломляющей скоростью по вот этой равнине там. Равнина была 40 км в длину, и за 40 секунд эта тень прошла. То есть мы уже знаем, что... Ну, то есть подошла к ним. То есть мы в результате... А что такое скорость тени? Это ровно скорость вращения Луны вокруг Земли. То есть мы узнаем вот эту маленькую нехватающую информацию. Километр в секунду движется Луна по своей орбите. Так. В каком случае нельзя было использовать все-таки время восхода и захода Луны? Это что же будет скорость движения вокруг Земли? Вокруг нет, это же не то. Это же мы просто измеряем скорость вокруг оси, да. Угловая скорость, да. Нет, мы просто вокруг оси. Вот, а здесь, ну, кстати, вот насчет вокруг оси, я хотел это чуть позже сказать, но из-за того, что вращение Земли вокруг своей оси, это, в принципе, не сильно меньше километров в секунду, это 300 метров в секунду в наших широтах примерно, возникает, ну, там, 200-250, возникает сильная ошибка, несколько десятков процентов, то есть там плюс-минус полтора раза может быть ошибка, если вы... Смотрите на тень, и Земля в ту же сторону движется в этом месте, да? Куда и тень.
то у нас вычитается 200 метров в секунду из 1000 метров в секунду, получается 800, да? А если наоборот навстречу движется, получается 1200. Ошибка почти в полтора раза. И вот это вот как бы, ну, это надо учесть аккуратно, чтобы это все померить с достаточной точностью, это надо, конечно, учитывать. Но в результате мы получаем информацию, что со скоростью 1 км в секунду за 30 дней она оборачивается полным кругом. Ну, да, это уже совсем несущественная, очень, очень маленькая добавка. Мы тут настолько все, как это, неточно остальное. Вот. Ну, начинается с угла. 30 дней это сколько-то секунд. Да? Значит, столько километров и есть в орбите Луны. Но если я знаю, сколько километров в орбите Луны, то я, конечно, знаю расстояние до нее. У меня просто на 2π надо поделить это число километров. То есть, ответ. Выразить 30 дней в секундах, поделить на 2π и получит расстояние до Луны в километрах. Ну и если точно все это проделать, будет 384 тысячи. Так, поможет ли нам лунное затмение? Давайте я объясню, как оно поможет. Оно поможет. Оно поможет, но немножко не точно. То есть еще менее точно, чем здесь. Дело в том, что лунное затмение – это когда я на поверхности Луны вижу тень от своей планеты. И если кто видел, кто видел лунное затмение своими глазами, поднимите руки. Мы как-то вышли с моим папой в метрогородке в 11 или 12 году в 3 часа ночи смотрели на лунное затмение. Думали, мы единственные такие. Там пол района стоит, там с телескопами, там все, в общем, короче, полная движуха. Так вот, невооруженным глазом виден изгиб Земли. Вот это вот. То есть я вижу, я могу примерно оценить, во сколько раз Земля больше Луны. Получается где-то 4. И если ты поделишь, соответственно, наш размер на 4, ты получишь размер Луны. Мы же все периодически видим это раз. Постоянно происходит. Да, но очень часто происходит. Ты сейчас солнце не поднял, я такой тоже. Нет, просто это же нужно вылезти ночью, да, там лес. Ну, то есть, вот, в общем, 3000, по-моему, у нее получается диаметр. Но если 3000 диаметр, угловой размер 1/3 градуса, то все, у меня опять готово расстояние по пропорции. Вот. Так, ну что, я обещал расстояние до Солнца. Расстояние до Солнца и завершим скоростью света. Хорошо? Если бы мы так не начали с радиуса Земли, с чего-то такого маленького совсем, завершим скоростью света. Вот, значит, смотрите. С расстоянием до Солнца проблема. Первый человек, который его посчитал, ошибся в 20 раз. В 20 раз. Но потом точнейшими приборами повторили ровно его эксперимент и все-таки получили уже адекватное значение. Ну, а потом уже понятно, совсем новый метод у меня. Значит, смотрите, на какой странной идее основано вот это измерение. Вот Земля, вот там Солнце. Если Солнце находится бесконечно далеко от Земли, бесконечно, то тогда, вот сейчас у нас стадия Луны ровно та, при которой надо измерять. Стадия Луны, это называется полулуние. Не полнолуние и не новолуние. Это полулуние. Это когда видишь ровно одну половину Луны. Но как ты можешь видеть половину? Ты ее видишь, на самом деле другую, вот эту видишь, да? Ты уже не видишь. Ты ее видишь тогда, когда она, ну вот, видишь то, что отражается. Отражается ровно вот до середины. Значит, если Солнце бесконечно далеко, то угол на полулуние к лучам Солнца будет иметь размер 90 градусов. Будет прямым. А так как на самом деле Солнце все-таки не бесконечно далеко, то угол этот немножко меняется. То есть полулуние наступает раньше, чем вот в таком углу. Ну и вот если очень-очень точно померить, ты получаешь отношение длины вот этой к этой. Оно получается в районе там, 400, этот коэффициент. И умножая 384 там, на 400... 400 раз увеличиваем, получаем 150 миллионов градусов. Так, отлично, до Солнца тоже разобрались. Скорость света! И на этом я вас отпущу. Идите, пришел.
Скорость света. А ты еще не утомилась или наоборот? Наоборот, да, скорость света и все, да, последний сюжет. Все, скорость света. Значит, смотрите. Этот самый Оли Рёмер, по-моему, 1694 год, зацените. Наблюдал Юпитер, и там у него есть 4 луны, 4 спутника, да? Там Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, по-моему. Вот они вращаются. И время от времени они забегают за Юпитер, и для нас Земли не видны. Вот. Ну, понятно, что они как бы четко, равномерно крутятся по своим орбитам, и забегать за Юпитер должны ровно через одни и те же промежутки времени, да, крутятся, и вот забегают. Он записывал год от года, записывал ровно моменты забегания, ну, там, длятся какое-то время, все это по несколько минут происходит, там, раз в полгода, например. И вот у него график там. В такой-то день, в такую-то минуту. В такой-то день, в такую-то минуту. Что-то он видит странное, что если взять регулярную картину, она отличается от истинной небольшими сдвигами. То сюда на несколько минут, то сюда на несколько минут, то снова ровно, то опять сюда на несколько минут, то сюда. Что бред. Ну, уже приборы очень точно были. Конец 17 века — это уже хорошо. Это уже такие, как бы, это серьезная наука. Мерит еще раз все то же самое. Все равно абсолютно безошибочно он обнаруживает, что нарушается естественный ход периодических событий то на несколько минут в одну сторону, то на несколько минут в другую. У него точное значение этих минут умеренное есть. Да. И вот его осеняет совершенно гениальная идея. Он говорит: отдай-ка я посмотрю, с какой стороны от Солнца находится Земля в тот момент, когда происходят сдвиги в одну и в другую сторону. То есть, иными словами, картина может быть, начиная вот такой, что вот это Солнце, это Земля, а это Юпитер. Ну, там с некоторыми углами, конечно, что можно было иначе не видеть. До ситуации, когда вот это Солнце, это Земля, а это Юпитер. И поэтому вот это расстояние будет то большим, то маленьким, в зависимости от того, с какой стороны Солнца мы находимся от Юпитера. И он говорит, вот я, говорит коллегам, он созвал коллег, говорит: вы знаете, я померил. Я померил, измерил, ну, на глазок, но достаточно точно измерил, да, по углам, ручкой и бумагой, расстояние от Земли до Юпитера. С учетом вот этих вот моментов. И вы знаете, что я обнаружил? Что задержки происходят тогда, когда расстояние большое, а более ранний уход за Юпитер тогда, когда оно маленькое. И более того, вы вот не поверите, но есть некоторый коэффициент пропорциональности между тем, какое отклонение расстояния от среднего и какое запаздывание в минутах от графика. Ну и я, говорит, делаю единственный вывод, который я здесь могу сделать. Что это просто свет имеет скорость, равную этому коэффициенту распространения, коэффициенту пропорциональности. Поэтому, естественно, что когда он проходит меньшее расстояние, мы видим это раньше. А когда мы большее расстояние должны ждать, мы видим это позже. И вот этот коэффициент, который я насчитал, и должен быть, по идее, равен скорости света. Коллеги смотрят на него ошарашенно и говорят: а чему же она равна? Ну, до этого всегда считал, что свет ударен перемещается. Ну, понимаете, друзья, она равна 225 тысяч километров в секунду. Они: ха-ха-ха, таких скоростей не существует, в природе быть не может. И отложили эту теорию на века. Понятно, да? То есть не поверили, просто не поверили. Но он остался при своем месте. Ну и мы знаем, спустя 200 лет провели опыт этого самого Гибсона Морфи с этими с вращающимися колесами и отражением от отпуска уже. На точнейших приборах получили 300 тысяч километров в секунду. И, так сказать, это была величайшая слава датского астронома, который за 200 лет до этого понял всю природу вещей и достаточно точно посчитал скорость. Просто люди не могли себе представить таких вообще скоростей, да, что они могут быть. Вот. Ну и, соответственно, вот на этом, наверное, мы
с вами завершим нашу встречу. Вопросы какие-нибудь есть? Так, я дам вам ресурс. Значит, в интернете есть канал, который называется «Маткульт Привет». Поднимите руки, кто его знает. Кто знает. Вот, значит, YouTube пока еще не закрытый. Он, ну и вроде как они пока решили не закрывать. Но я, например, знаю, что Мишустин смотрит еще. Возможно, он и не хочет закрывать, да. Вот, «Маткульт Привет». Кроме того, есть сайт, про который я говорил, savateev.xyz. На нем есть 100 уроков математики, которые мы сейчас записываем хорошим качеством. До этого мы записали в таком плохом качестве. Скачивайте. Все это бесплатно абсолютно. И книга вот эта лежит тоже совершенно бесплатно. Куча соцсетей наших, которые ведут мои помощники. Ну и вообще, как бы, оставайтесь с нами на этой мажорной ноте. Продвигаем Савачеева министра образования.